До окончания учебного года остались считанные дни, и родители уже озадачены организацией летнего досуга. 29 мая по всему Подмосковью начинается летняя оздоровительная кампания. Губернатор Андрей Воробьев призвал уделить подготовке детских лагерей особое внимание. Наша задача – максимально внимательно отнестись ко всему, что связано с летним отдыхом. Также все летние лагеря, которые мы подготовили, должны быть максимально активно задействованы в отдыхе. Понимаю, что главы уделяют особое внимание проверке, состоянию летних лагерей, чтобы там все соответствовало стандартам. Считаю эту работу очень важной. Как проходит работа по подготовке таких учреждений к летнему периоду в нашем округе, глава муниципалитета обсудил в ходе выездного совещания, посетив детский лагерь «Радуга» в деревне Пронская. На территории округа будет работать 5 оздоровительных лагерей. Мы ожидаем, что компания в этом году затронет порядка 24 тысяч ребятишек, в том числе и детей из семей участников специальной военной операции. Также из семей, находящихся в сложной жизненной ситуации. Главный фокус на безопасность, условия проживания и нахождения на территории, а также подъездные пути должны соответствовать наивысшим стандартам. В этом году льготные путевки смогут получить не только ребята из малообеспеченных семей, но и дети участников спецоперации. Численность детей в округе от 7 до 15 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, 3703 ребенка, детей от 7 до 15 лет из 7 участников СВО, это и мобилизованные, и военнослужащие, то есть у всех категорий, мы их называем одним термином, участники специальной военной операции, проживающие в городском округе, это 438 детишек. В лагере «Радуга» к приезду детей все готово. Помимо обеспечения комплексной безопасности и проведения благоустройства территории, подготовлен медпункт, завезена новая комфортабельная мебель на кухню. А еще в этом году дети смогут заняться выращиванием растений. Готовим новую зону огорода. Там размещены рабатки и маленькая теплица, где мы посадили салаты, зелень на одной рабатке, а в остальных ждем детей. Когда ребята подъедут, мы вместе с ними посадим зелень, возможно, цветы. Организовать детский досуг в округе в этом году планируется для 86% ребят в возрасте от 7 до 15 лет. Подробная информация о лагерях, включенных в реестр организации отдыха детей и их оздоровления по Московской области, представлена на портале camp.mosrec.ru. Полина Бахова, телекомпания «Одинцова».